Обмен косметичками. Это меняемся. Сколько лет уже блогерствуешь? Кто тебя вдохновил? Вот ты говоришь, смотрела на блогеров, потому что я вообще никогда не пробовала Maybe. Да. Это Sunexpress. Я теперь буду снимать только с блогерами. Да, за 14 гривен. Знаешь, какой бренд? Руберу. Девочки. Там вам не слепят сняться в кино и не в рекламе. Вы должны все сейчас себе там записать, выписать, заскринить. Аня, давай выберем 3 средства. 5 показывает. Здрасте, накрасьте. Сегодня у нас будет очень нестандартный выпуск. Сегодня мы будем красить друг друга. И я не сама, я супер-блогером, самым крутым блогером в Украине, бьюти-блогером Дианой Суворовой. Спасибо, Анюта, что пригласила. Будем краситься. Будем сегодня краситься. Вообще, я думала, что мы каждый накрасим сам себя своей косметикой. Но пришла Диана, поломала все мои планы, сказала, так, вот тебе моя косметика, я забираю твою косметику. Это называется на YouTube обмен косметичками. Вот, понимаешь? Поэтому вот тебе моя косметичка, вот такая вот, с моей косметикой. И вот тебе моя косметичка. Размеры такая... впечатляют. Это на самом деле только маленькая-маленькая часть. Я на самом деле не видела, что там. Немножко прозрачно, но я не видела. Будем. Буду смотреть. Так что мы будем делать макияж вот как каждый день бы ты сделала себе. Либо... Ну, как каждый день? Да. Хорошо, с чего ты обычно с чего начинаешь? Обычно я умываюсь, да. Глажу кота, вот, и потом наношу увлажнение, но увлажнение у меня обычно обычные крема, там из клиника либо что-нибудь, то есть я, как правило, базами не пользуюсь. Блин, сколько у тебя крутых штучек, я даже о них не видела. Beauty Blender, спрей. Это спрей, это фиксирующий. Это фиксирующий, это потом. А это что? Это увлажняющий крем. Вот, я как раз попробую, я не видела. Glow. Очень-очень вкусно пахнет арбузом. Это профессиональный бренд японской косметики. Мне вообще, в принципе, понятное дело, что в основном будет все проф. Угу. И косметика, которую я пользуюсь, мне больше изначально ближе визажист, а потом уже его марка. Пока мы наносим, ты расскажи, сколько лет уже блогерствуешь? Ну, я начала где-то в 2014-м увлекаться этой темой. О, ну, много, ну, темой, да. Бьюти, вот, только появлялись блогеры, я на них была подписана, вот, а потом поняла, что у меня столько косметики, столько всего, и хочется делиться. Ты шопоголик? Ну, люблю, косметически, да. Ну, люблю я тоже самое. Вот, люблю покупать косметику, люблю ее тестировать, потом уже поняла, что надо снимать на YouTube. Это что-то делать, да? Да. Я вообще странно крашусь. Я сначала делаю брови, потом крашу глаза, а потом тон. А ты? Если у меня, то есть макияж утром, я всегда делаю сразу тон. Да. Поэтому я сразу буду наносить тон. А я буду пробовать карандаши твои. Да, понятно. Какой ты мне посоветуешь оттенок? А как ты любишь, поярче брови? Попробуй медиум и дарк. Медиум браун. Кто тебя вдохновил? Вот ты говоришь, смотрела на блогеров и... Тебя кто-то вдохновил? Ты знаешь, очень много была подписана и подписана на многих. И на иностранных блогеров. Очень люблю Nikki Tutorials. Ага. Мы с ней чем-то похожи. Да. Вот, она меня очень вдохновляет. Люблю ее видео. Хороший, пигментированный. О, тарт. Тарт нашла. Я сегодня, кстати, пользуюсь всеми твоими кисточками. Да. Которые я еще не тестировала. У меня как раз сегодня возможность. Кисточки. Очень классные, мне нравится дизайн. Мы начали делать кисти, потому что реально есть проблемы. Например, ты моешь кисточку, а у тебя потом просто отпадает вот эта часть. Да, и такое это часто бывает. А мы их моем миллион раз, и это реально очень сильно раздражает, поэтому... Там есть у нас, например, серия кистей из черного дерева. Это дерево, которое вообще на нее не воздействует влага, оно не рассыхается. Так, используй. Марка Джейкобс. Очень классная палитра, безумно пигментированная. Кстати, вот я ее не пробовала ни разу. Марк Джейкобс, я не люблю тени, но это единственная палитра, которая топчик. Нравится, да? Да. Том Форд. Том Форд, самая популярная палитра. Да, это когда хочется. Тоже довольно
использованная. Потому что у меня, на самом деле, в моей косметичке не так много. Наташа Денона. Классные. Классные. Вообще, в принципе, их тени мне очень нравятся, Наташа. Классные. О, вот эту палетку я люблю. Смотрите. Худо-бьюти. Худо-бьюти, да. Тоже одна из моих любимых. Ой, я люблю вот эту палетку. Да. Но я тебе сегодня не принесла. Да я знала. Так, так как у нас меня нависшее веко. У меня тоже. Вот, видишь, как привет, нас, подруга. Нас многое объединяет. И еще. И поэтому я буду делать себе растушеванную стрелку. Сейчас я как раз попробую растушевать. И подниму тем самым глаз вверх. Ух ты. Вау. О, я попробую еще Maybelline. Потому что я вообще никогда не пробовала Maybelline. Да ты что? Ничего. Я замечаю. На этой планете, если ты не пробовала Maybelline. Вот. Да простит меня Maybelline. Вот это, кстати, новая палетка, и она вся матовая и очень хорошая. Знаешь, за что я боюсь? Я боюсь, что мне это понравится, и потом я не буду понимать, зачем платить такие деньги за какой-нибудь Color Fix, если есть Maybelline. А ты училась макияжу? Да, я брала частные уроки, потому что в то время как-то не было школ хороших. Угу. И мне кажется, это очень классно, когда ты занимаешься с кем-то индивидуально, приходят модели, и ты тренируешься лучше всего. Хотя, вот, а в чем плюс школы? Плюс школы макияжа в том, что, во-первых, это дешевле, потому что это группы. Во-вторых, у тебя единомышленники. То есть многие люди, на самом деле, приходят даже тусануть, пообщаться, потому что им скучно, да, либо некоторым индивидуально некомфортно, страшно. И также у нас же есть группа государственного образования. Мы единственные, кто выдаем диплом визажист. Они у меня учатся полгода, каждый день, с 10 до 5, 200 часов практики, миллион преподавателей. И группа 12 человек. Ну, как бы мы их воспитываем в основном для себя, этих визажистов, да? Потом они у нас работают в салонах. Это хорошо. А я пока что вот тушь тестирую, тоже вашу. Опять-таки, у нас тушь для проф, потому что мы всегда клеим ресницы, и мне нужно очень хорошо их прочесать. Боже, какая интересная штука. Она вот так сгибается, и тебе будет удобно. Ёханы бабай. Ну попробуй, она водостойкая, если тебе... У меня есть такая же, не водостойкая. Не, так интересно. Да простит меня Лореаль, как и Maybelline. Я тоже их не пробовала. Ну как ты видишь, у меня такая комбинация косметики. Есть люкс, есть американская косметика. Есть очень, например, бюджетные бренды. Например, карандаш для губ у меня стоит он 14 гривен, но он очень классный. Там есть... Я нашла Марк Джейкобс. Марк Джейкобс мне нравится. Диор я нашла. Диор, если мне нужно подразбавить, знаешь, чтобы он был более жидкий. Я нашла Тарт. Вот, он мне очень нравится. А я себе украду чуть-чуть Тарта и сделаю себя немножко темнее. Да? Я не знаю, чем мне накроется. Наверное. Да, Марк Джейкобс попробую. Наверное, Марк Джейкобс, да. Мне кажется, он просто по цвету мне подойдет. Ну-ка. Но я вижу, ты его любишь, потому что пользуешься. Да, я люблю. Так, я... Нашла у тебя кисточку вот такую для тона. Вот, которую я крашу. А я люблю кисточки такие пушистые. Вот, поэтому как раз вот, попробуешь. Да? Это именно кисть для профиков. И очень ты ей сразу и наносишь, и подтушевываешь. Потому что ее краешек мягенький, оп, и сразу и подтушевка идет. С одной стороны, я сейчас начну наносить скульптор Шарлотта. А с другой стороны, я как раз попробую скульпт Glow. Это с Алиэкспресс. Сами. Наверное, такой косметики ты в руках еще не держала. Это Алиэкспресс. Нет. Если вдруг прыщи, меня здесь не было. Так, самое основное – замазать щеки, чтобы их не было видно. Да? Какая красивая. Макияж. У меня вот такой полупрозрачный получился. Я теперь буду снимать только с блогерами. Вот это, да, карандаш? Да, за 14 гривен. Знаешь, какой бренд? Руберу. Девочки, ностальгия. Я маме купила палитру в детстве за 12 гривен. Руберовс, это была первая косметика моя. И мне интересно, как стать успешным? Вот секрет. Секрет? Да. С утра до вечера. Ебаше. Да. Спрей. Вот, спрей. Да. Хайлайтер. Боже, какие у тебя штуки. И там же... Даже
веер. А где же ты купила? Штучка. Достала? Да, я, кстати, его искала. Так блестит. Самая сейчас трендовая штука вообще среди наших провизажистов. Оп. Сейчас там весь глаз. Там вам не слепит камеру? Камеру нет, не ослепило уже. С космоса видно. Хочется даже так. О, Fenty Beauty. Я такой только разыгрывала, но себе не покупала. Это блеск. Да. Он очень классный. Один из самых моих любимых вот именно блесков. Но ты говоришь, блески не любишь, поэтому... Ну, я чуть-чуть ее нанесу. Слушай, я еще нашла у тебя Vicon. Это тени? Да. Это, кстати, их новые тени очень прикольные. Очень красивые. Я это уже вижу, мой любимый оттенок. Оттенок номер 04 Rose. Какое полезное видео. Я думаю, вы должны все сейчас себе там записать, выписать, заскринить, потому что реально классные продукты у нас, да? Да. Пишите, пожалуйста, какие мы красивые. Как мы изменились до и после. К лучшему. Да. Лайкайте нас, пишите комментарии. И сейчас наша будет постоянная рубрика «Вопрос-ответ». Бюджетная косметика или люксовая? Надо выбрать одно. Бюджетная. Нюдовый или яхти макияж? Нюдовый. Ютуб или Инстаграм? Ютуб. Шоппинг или салон красоты? Шоппинг. Сняться в кино или в рекламе косметики? В рекламе. В рекламе. Поход к косметологу или маска из огурцов? Поход к косметологу. Миллион гривен или миллион подписчиков? Миллион подписчиков. Ой, все. Аня, давай выберем три средства. Пять показывай. Давай, показывая пять, выберем три. Выберем три. Так, давай выберем три средства из косметичек, которые вот нам понравились. Ты из моей, я из твоей. Давай, кто первый? Я первая. Давай, ты же. Так, мне вот очень понравилась эта палетка Tom Ford. Нежнятинка такая. Ну, мои оттенки, она называется... Орхидея. Орхидея, это номер 13. Обалденная, мне понравилось. Так, мне очень понравился вот этот тональный крем Marc Jacobs. Да. Это мое. Я думала, он будет плотный, но он очень такой, вот как я люблю. И он потом расходится. Хорошо. И вот это что-то невероятное вообще, этот блеск. Ничего подобного не видела, поэтому слышала, но приятно, да, что вот у тебя нашла в косметичке. Лайк. Еще у меня бонус, мне понравилась четвертая кисточка. Мерседес понравился вообще, хочется забрать его домой, вот так вот. Вот так вот. Спать. Три моих средства, которые мне понравились, но не моих, твоих, но которые мне понравились. Итак, карандаш Ламель. Стоит, круто, реально классно рисует, классно тушуется. Очень мне понравился NARS, я его уже пробовала, консилер, да, это один из моих любимых, особенно там при контурировании. И очень мне понравился вот этот блеск Fenty Beauty, я обязательно его себе тоже куплю, прям лайк-лайк. Ну что, спасибо тебе большое, что ты ко мне пришла. Можно тебе мне, пожалуйста? Мне Диана сказала, что я красивая. Это очень круто. Прям хочется брать, обнимать и целовать. И вообще, очень круто было с тобой покраситься. Правда, прям, я не знаю, сколько там прошло времени, но такое что ощущение, что 2 минуты. Это уже не для камеры, это правда. Это правда так. Спасибо, что позвала. Мне тоже очень приятно. Новый опыт и новая косметика. Я просто обожаю, на самом деле, с детства копаться в чужих косметичках. Это вот вообще мое развлечение. Супер. Всем пока. Пока. Вы обязательно подписывайтесь, вы помните, да? И пишите комментарии. Да. Все. Пока. Пока.